Аминь. Так, есть? Привет. Привет, И привет, есть. Дим. Так, есть. Привет, да. Всем привет. Сейчас, одну секунду. Видно, слышно меня, хорошо? Так, тебя видно, все хорошо, и слышно тоже хорошо. Привет. Супер, привет, еще раз. Так, у нас 13, это норм. Так, запись идет, и это прекрасно. Да. Так, я сейчас дам тебе права, тогда все. Можешь демонстрировать, показывать, рассказывать и все так далее. Ага, все, спасибо. Так, ну что, всем привет. Да, меня зовут Никита, Миках Муни, как вы уже поняли. Давайте, наверное, минутки две, может быть, одну буквально подождем, да, еще, может, кто подтянется. Я пока расскажу, о чем вообще сегодня пойдет речь. Mini-shell. Да. Мы разберем все разрешенные функции, которые там у нас есть, но не все, а большую их часть, да, то есть самые основные, которые вам точно понадобятся. Поговорим о них, поговорим о их особенностях, посмотрим их ман. Вот, второе, посмотрим, соответственно, части проекта, да, разберем проект на части, то есть я уже думаю, что те, кто начали, плюс-минус понимают, да, что есть этап парсинга, этап выполнения команд, билдинговские команды и так далее. Вот, разберем их, покажу, как я это вижу, да, как можно их разбить. Вот, и третье, самое, ну, не самое основное, а просто одно из основных, это, конечно же, поделить задачи с тиммейтом, да, то есть проект парный, поэтому вам нужно будет сразу понимать, каким образом будете их разделять, да, то есть там на самом деле есть пара таких загвоздок, моментов, о которых, может быть, кто-то не знает. Вот. И что, ну и, конечно же, поговорим про парсинг, да, то есть как, опять же, я вижу, как его лучше сделать, поговорим про кавычки наши любимые, поговорим про пайпы. Вот, чего сегодня не будет точно, это кода, да, по той причине, что мне не жалко, во-первых, да, то есть мой шеллер лежит в открытом доступе в GitHub, его можно посмотреть. Вопрос просто в том, что я не хочу вас сбивать, да, то есть если бы посмотрели код, мы бы смотрели маленькими кусками его, и я думаю, у вас бы просто разбегались глаза, вы бы не понимали, и осталось бы больше непонимания, нежели наоборот понимания. Вот, поэтому кода сегодня не будет, я постараюсь все рассказать на словах. Вот, и второе, чего сегодня не будет, мы, наверное, мало будем говорить о сигналах, по той простой причине, что их делал мой тиммейт, не я, поэтому я боюсь вам дать какую-то ложную информацию, да. Вот. И сразу хочу предупредить, что я ну, далеко не спец, да, то есть я такой же ученик, как и вы, поэтому я также могу тупить. Вот, если я буду тупить, вы не стесняйтесь, подсказывайте мне в чат. Вот, будем вместе разбирать какие-то моменты. Давайте пока быстренько, да, у кого есть желание, напишите, пожалуйста, кто на каком этапе в шеле, чтобы я вообще понимал уровень тех, кто сюда пришел. То есть если уже все плюс-минус его начали, какие-то совсем банальные вещи разбирать не буду. Вот, если никто еще за проект не брался, то начнем прям с самых баз. Так, вот Дима уже сдал. Дописываем. Угу. Так, ну давайте буквально минутку начнем. Привет Тимуру на старте. Окей. Подожди минутку. Как можно сделать Ctrl плюс слэш. Да, я как сказал уже, сигналов, к сожалению, сегодня не будет. Будет прям их совсем мало, если они будут. Вот, оставим на конец. Только начали, самые простые. Куда донаты? Донаты я попозже. Мой менеджер Дмитрий Васильев прикрепит ссылку. Туда и скидываем донаты. Так, ну что, я шарю экран. Шер. Вот, я далеко не мастер, да, презентации, как вы можете видеть. Поэтому будет все больше словами. Ну что, пойдем с самого первого пункта, разобрать все разрешенные функции. Что у нас есть? Давайте сразу это уберем. Самое основное у нас есть pipe, функция pipe. То есть сейчас пойдет речь уже о C-шных функциях непосредственно. Так, я сейчас, знаете, попробую вывести чат, чтобы я его видел. Вот таким образом. Вот. Ну и все, да. У нас есть pipe, функция непосредственно в C. Я, к сожалению, забыл ссылку прикрепить. Дальше у нас есть функция fork. Wait, signal, execve, kill и dub2. Вот, пойдем по всем им по порядку. Вы видите, да, что в mandatory part в нашем subject есть куча других функций еще. Вот, но их я не взял по двум причинам. Да, либо они нам уже знакомы,
либо я просто с ними не работал, к примеру, такие как FSTAT, LSTAT, STAT, CHDDIR, OpenDIR, ReadDIR. Вот, то есть их я не трогал в своем шеле. Поэтому про них ничего сказать не могу. Вот, давайте оставим пайп на потом. Да, начнем, наверное, с чего? Начнем, наверное, с форка. Прям переходим по ссылке, мана и смотрим. Да, то есть что делает форк? Форк, нам говорят, что форк создает дочерний процесс. Да, то есть звучит просто, но, наверное, кому-то может быть непонятно. Что такое дочерний процесс вообще в целом? Понимаем, да, что когда мы пишем код, у нас создается некая программа. Когда мы ее запускаем, эта программа работает. Это процесс. Вот. Вызовом fork мы можем попросить наш родительский, так называемый главный процесс, создать свою копию. Эта копия будет называться дочерним процессом. То есть наш родитель при вызове fork, вот здесь это будет видно, да, вот, после этой строчки у нас получается два процесса. То есть наш код дублируется, создается прям полная целая копия со всей той же памятью, со всеми теми же переменными, за исключением одной переменной, о которой я сейчас скажу. И да, со всей той же памятью. Вот, то есть у них не будет общей области видимости. Что вы измените в дочернем процессе, то не изменится в родительском. Это вот важно, запомните это, пожалуйста, мы к этому вернемся. Вот, то есть fork делает то же самое. Теперь, если у нас создалось два одинаковых процесса, да, то есть после строчки fork процесс идентичен, как же нам их отличить? Дело в том, что fork возвращает нам... так, давайте посмотрим, что оно возвращает. Возвращает PID, да, то есть так называемый PID. Что это такое? Да, все правильно. PID — это ID-шник процессом, то есть процессор ID. Как раз-таки по этому PID-у мы будем отличать родительский процесс от дочернего. Да, то есть дело в том, что при вызове форка в родительский процесс вернется PID дочернего процесса, а вот в дочерний процесс вернется PID равный нулю. Вот. И здесь приводится простая конструкция case, да, case switch, но ее опять же можно заменить на if, else if. Вот. И мы смотрим, что если if fork равен нулю, это дочерний процесс, и ниже у нас будет, соответственно, идти код дочернего процесса. Else if PID не равен нулю, это будет процессор основной. Процесс основной. Вот. Я надеюсь, здесь... понятно, по форку, мы к нему еще все равно чуть позже вернемся. Вот, что есть дальше? Дальше есть wait. Wait тоже достаточно нужная команда для вас. Дело в том, что процессы, да, то есть которые мы породили процесс дочерний, и тот, который у нас был родительский, они работают параллельно. То есть нет такого, что они работают итеративно, они работают параллельно, друг отдельно друга. Вот. И даже не то, что может быть, скорее всего, у вас будет такая ситуация, то, что родительский процесс должен будет подождать дочерний. То есть он должен будет подождать дочерний, пока дочерний процесс закончит свою работу, и только потом родительский процесс продолжит выполнять свою работу. Вот для вот этой ситуации как раз-таки нам и нужна функция wait. Их, да, видно, что их две разновидности, wait и wait PID. Сейчас объясню поподробнее. Wait, функция wait, она просто ждет, да, она просто ждет любой процесс. То есть ваша программа может быть спроектирована так, что вы, возможно, да, запускаете 3, 4, 2 там, дочерних процесса параллельно. Для того, чтобы не писать wait на каждый процесс, для того, чтобы не писать wait PID на каждый процесс, вы пишете один большой wait, да, и она будет их ждать. Вот сейчас, если я, кстати, не прав, то вы мне, пожалуйста, подскажите, потому что я думаю, что да. Выполняем текущий процесс до тех пор, пока дочерний процесс не завершится или до появления сигнала. Да. В общем, функция wait ожидает наш дочерний процесс. И смотрите, у нее есть параметр, за который она принимает. Это указатель на int. Указатель именуется статусом. Для чего это нужно? У кого-то что-то пиликает. Давайте попробуем выключить. Проверить свои, пожалуйста, микрофоны, да, что у вас они действительно замьютены, выключены. Вот. Спасибо. Да, начнем смотреть, для чего нужен статус. Для чего нужен статус? Для того, чтобы узнать, каким, так скажем, кодом, да, с каким статусом вышел наш дочерний процесс. Вот. Про коды и статус, я думаю, мы тоже чуть позже поговорим, пока просто закрепим это, то есть пока просто пройдемся по функциям. Ну, то есть еще раз, да, вообще wait – функция, которая вызывается чаще всего в родительском процессе и ждет завершения дочернего процесса. Вот. Так, сигналы.
Давайте зайдем в сигналы, посмотрим, что у нас тут. Понятие о сигналах. Здесь как такового описания этой функции нет. Так, сигналы. Опять же, да, то есть дело в том, что сигналы делаю не я, поэтому, наверное, давайте пока сигналы мы оставим на конец. Если будет время, мы к ним вернемся. Вот. Exequae. Наша самая-самая основная функция, да, то есть с ней мы будем работать, это по факту прям корень нашей программы всей. Вы видите, да, что здесь есть много вариантов exequae. Есть exequa, exequae, вот, но они нас все не интересуют, то есть если интересно, потом зайдите, посмотрите, чем они отличаются. На самом деле функция не выполняет все одно и то же. Нас интересует exequae. Что она принимает? Она принимает указатель на char, name. Что такое name? Name — это имя нашего executable, да, то есть нашего исполняемого файла. Char argv, да, я думаю, вы увидели тут знакомое для себя слово, main argc argv, да, это именно тот двумерный массив, который придет в main исполняемого файла, который вы запускаете здесь. То есть это именно вот те аргументы, которые вы будете передавать командам. Вот. А это важно, потому что передавать вы их в любом случае будете. И третий массив — NVP. Если только кто-то приступил к shell, да, то есть он, наверное, еще не в курсе, то что в main можно передать третий параметр — это переменное окружение. Вот. К ним мы тоже вернемся, поговорим про них чуть подробнее, просто пока закрепим, что такое есть, что мы действительно можем передать в другой исполняемый файл массив, двумерный массив из переменных окружений. Как он выглядит, мы посмотрим тоже чуть позже. В чем суть exequae? Exequae — такая штука, которая запускает наш исполняемый файл, да, то есть условно мы можем из нашей программы, да, из нашего мейника, main mini shell, вызвать условный ls, да, и этот ls отработает, да, выведет свою информацию, то есть как вот мы из терминала прописываем ls. Давайте я, кстати, сразу его открою, потому что думаю, что что-то буду записать и сразу перейду в bash. То есть как мы здесь вызываем ls, то же самое мы можем сделать в нашей программе. Вот. Что делает exequae? При удачном выполнении программы, да, как в данном случае, ls выполнилось удачно. Exequae ничего не сделает и сделает выход из процесса. То есть в том процессе, в котором мы запустили exequae, выполнится выход, так, ну, exit так называемый. Вот, в случае того, если exequae отработало неудачно, условно, мы передали ls и кривую директорию, exequae не выйдет и вернет нам статус минус 1. Про возвращаемые значения, по-моему, здесь где-то есть. Вот, но если его нет, давайте опять же, да, мы делаем man, exequae, бам, и посмотрим. Нам нужен return value, вот. Функция, которая arrays, да. Вот, и написано, да, что если exequae, exequae возвращает, если произошла ошибка, возвращает минус 1 и выставляет глобальную переменную r0. Про r0 мы поговорим тоже чуть позже, но достаточно важная часть этого проекта. Вот, ну то есть, опять же, я думаю, пока приблизительно понятно, что делает exequae, она запускает другие бинарники, да, которые у нас находятся на компьютере. Вот. Пойдем дальше. Kill. Достаточно тоже интересная функция. Честно говоря, ей я не пользовался. Вот, я сюда ее включу, потому что просто плюс-минус понимаю, что она делает. Kill в мини-шелле я не использовал. Вот, просто по архитектуре не пригодилось. Что такое kill? Да, несмотря на свое название kill, убить, это системный вызов, который используется для посылки какого-либо сигнала, да, то есть какого-либо сигнала какому-либо процессу. Вот, то есть если функция называется kill, это не означает, что мы можем послать только сигнал sigtermin, кажется, называется, то есть что-то такое. Вот, ну то есть опять же, да, видим два параметра, она принимает pid, нами уже известно, да, который возвращает непосредственно fork, и sig, int sig, номер сигнала, который мы посылаем процессу. Вот. Чтобы звук был оратором. Вот тут я, честно говоря, Денис... А, ну хотя он мне все равно не слышит, да? Вот, если вы знаете, что сделать, подскажите, пожалуйста, Денису. Вот. Тоже, опять же, к сожалению, про kill сказать много не могу, но вот, OpenNet, то есть заходите, вы можете почитать, то есть тут на самом деле про эти функции хорошо написано. Вот. И у нас осталась вторая
основная функция, да, то есть по сути, как бы, если вот так вот мы уже пробежались по ним плюс-минус, у нас основные функции раз, два, три и четыре. То есть вот эти четыре функции, которые прям обязательно нужны, это по сути будут каркас нашего shell, нашей программы. Вот. Остальные, wait, естественно, тоже будет нужен, но они уже идут больше как дополнительные. Вот. Поэтому dub, наша четвертая или пятая, да, раз, два, три, четыре, пять. Наша пятая обязательная функция, как раз связанная с пайпами, как раз связанная с редиректами. Что делает dub? Вот здесь прямо написано «создать дубликат файлового дескриптора». Но если чуть более обширно, то давайте начнем с обычного dub. Что делает dub? Мы посылаем туда old fd, старый fd-шник, да, то есть условно мы посылали туда fd-шник 1, fd-шник нашего терминала. Dub 2 вернет нам копию fd-шника номер 1. Чаще всего, если у вас не было открыто никакие файлы до вызова dub или dub 2, до вызова dub, dub вернет цифру 3. Чаще всего. Но это логично, потому что 0, 1, 2 fd-шника у нас заняты stdin, stdout, stdr. И dub 2 вернет 3. После того, как dub вернет нам цифру нового fd-шника, да, будем считать, что он вернул тройку, мы сможем таким же успешным образом, как мы читали из первого fd-шника, читать информацию из третьего fd-шника. То есть это будут абсолютно два идентичных файлового дескриптора. Вот. И насчет закрытия. Сейчас я посмотрю. Вот. Да, ну и кажется, речь о том, что если мы закроем третий фдшник, первый фдшник закрыть не будет. Вот. Опять же, если я сейчас не прав, и кто-то за это знает больше, попросите меня, пожалуйста, в комментариях. Вот. Ну, насколько я помню, да, то есть если я закрою фдшник, который мне вернул dub, у меня просто пропадет копия и останется один фдшник. Вот. Dub 2 выполняет практически идентично схожую функцию, за исключением того, что мы не даем здесь, так скажем, воли, да, дупу, мы сами говорим, в какой фдшник положить копию. То есть вот это очень важный момент, да, сюда мы посылаем номер фдшника, который нужно скопировать, сюда мы посылаем номер, куда нужно скопировать. То есть условная запись dub2, давайте я пока вот здесь быстренько буду писать, да, dub2 4.1 приведет нас к тому, что 4 станет копией первого фдшника. Я напишу 4.0, приведет нас к тому, что 4 станет копией 0, нулевого фдшника. Вот. Тут, я надеюсь, тоже плюс-минус все понятно. Если что-то непонятно, пишите, пожалуйста, сразу и задавайте вопросы. Вот. Так, сейчас, одну секунду. Это что касаемо основных функций. Естественно, да, то есть мы сейчас по ходу будем возвращаться к ним. Мы еще к ним вернемся, мы еще о них поговорим. Пайпы я пока оставлю на потом, да. Если сделать копию, с какого места будет чтение запись? Хороший вопрос. Вот, да, то есть прям ответ. Если позиция в файле была изменена с помощью LSIG на одном из дескрипторов, то эта позиция меняется и на втором. Нет, стоп, это не про это. Так, я думаю, что будет сначала. Вот это тоже хороший вопрос. Я, честно говоря, не задавался. Опять же, кто-то знает ответ на него лучше, чем я. Скажите, пожалуйста. Но я думаю, что сначала. То есть с самого начала. И чтение, и запись. Вот. Запись, ну, запись, естественно, будет с того момента, как мы открыли open, да, то есть если мы open открыли с флагом oAppend, да, что значит добавить, то запись будет производиться с того момента, где была последняя запись. То есть она будет добавляться. Вот. Вот, очень хороший вопрос. Мы вернемся к нему чуть позже. Да, то есть, если забегая вперед, коротко, это нужно будет для пайпов и для пайпов и для редиректов. Может, эксперимент. Слушай, давай, если у нас останется время, да, потому что я, честно говоря, не знаю по времени, сколько уложится, мы протестируем. Хорошо? Вот. Пока пойдем больше по плану. Вот, это что касаемо разрешенных функций. То есть, опять же, мы к ним еще вернемся. Давайте быстренько еще раз вернемся к subju. Здесь есть exit,
Здесь есть close, read, open, что вам знакомо. Есть GetCVD, которая вам стопудово понадобится, но она легкая, я ее не стал разбирать, то есть мы даже говорить о ней не будем, вы сами ее посмотрите. Есть StirError, тоже хорошая функция, тоже легкая, тоже о ней говорить не будем. И ERNO. ERNO — это не совсем функция, но она вам понадобится, тоже посмотрите, что это. Вот, разновидности вейтов, честно говоря, 3-4. Единственное, то есть я могу посмотреть в OpenNet, что это такое, но вы с таким же успехом можете сделать это без меня. Вот. Второй пункт, да, самое интересное — разобрать проект на части. То есть какие части я выделил для себя. Давайте так закроем, чтобы вам глаза не мозолил пока. Ну, первое, естественно, это этап парсинга, да, куда без него. То есть единственная точка входа в нашу программу — это командная строка, да, то есть... Единственная точка входа в нашу программу. Ну, за исключением того, если мы будем вызывать ее через XVD, но это уже не сильно важно. Вот, про парсинг мы поговорим отдельно тоже. То есть какие подходы к парсингу есть, как можно парсить, что нужно парсить, да, в каком моменте, где нужно парсить, тоже поговорим чуть попозже. Реализация building команд. То есть смотрите, сейчас речь идет о чем? О том, как можно развить проект. То есть вот у меня здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот на 6 пунктов я считаю то, что проект можно разбить. Понятно, что можно поджать их, сделать под 5, под 7, там, то есть как уже вам удобно, варьируйте. Вот первый пункт — это этап парсинга. О нем чуть поподробнее позже. Билдиновские команды. Давайте прямо придем сюда и посмотрим, что есть. У нас есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 билдиновских команд. Чем отличаются билдиновские команды от тех команд, которые мы будем вызывать через XVE? Да, дело в том, что их мы должны будем реализовать сами. То есть тут прямо написано, вы должны будете реализовать билдиновские команды, как в Bash. Echo, CD, PVD, Export, Unset, Env и Exit. Вот, команды на самом деле легкие. Да, то есть я думаю, что самое тяжелое из них, на удивление, кстати, это и exit, потому что я думаю, те, кто поковыряются в exit, поиграются с параметрами, с неверными значениями, будут удивлены. Вот, exit ведется достаточно для меня непонятно, непредсказуемо. Вот, что делает эхо? Я думаю, вы все знаете, эхо выводит информацию на терминал. Пока мы будем говорить, что эхо выводит информацию на терминал, да, нам так будет удобнее, но позже мы будем уже говорить, что он выводит информацию не на терминал, а пишет файловый дескриптор. Вот. Думаю, можно записывать в разные места файла или записывать и считывать тоже по-разному. Ага. Окей, да, да, спасибо. Но опять же, если будет время, мы посмотрим. Вот, то есть эхо нас просит реализовать с одним флагом. N, что делает он? Он просто убирает перенос строки. Да, то есть обратите внимание, давайте я сделаю вот так. Так, ну давайте, окей, пока так. Hello. То есть, видите, да, перенос строки у меня нет. Здесь перенос строки был. Вот. В целом по эхо пока все. То есть эхо просто выводит те атрибуты, которые ей, те параметры, которые ей пришли. Само собой, параметров может быть уйма, куча и много. Параметров может не быть. Вот, тут все просто. CD. Что делает CD? CD меняет нашу директорию. Да, я думаю, вы все знаете эту команду. Что нас просит? CD только с релативным или абсолютным путем? Релативный путь, я думаю, вы тоже все знаете, что это такое. У меня есть здесь папки, я указываю десктоп, говорю, что перейди мне, пожалуйста, десктоп. После десктопа давайте, ну здесь у меня ничего нет. Давайте куда? Давайте в Celeon. И здесь куда-нибудь давайте в Minishell. Да, то есть таким образом я попаду в папку Minishell. Celeon Project Minishell. Относительный путь, да, чем он отличается? Мы впереди ставим слэш. Теперь мне открывается корень нашего моего мака. Да, я могу прям уйти сразу в корень и оказаться здесь. То есть, что здесь находится, круче всего. Я опять же могу прописать просто slash, user, bin какой-нибудь, попасть вот сюда. Вот. То есть, ну, я думаю, что раз вы дошли до мини-шелла, вы знаете отличие между релативным и абсолютным путем. Понятно, что мы должны будем обработать такие вещи. Мы должны будем обработать такие вещи. Вот, но небольшой секрет, да, ничего этого обрабатывать не нужно будет. То есть та функция, в которой вы будете юзать CD, она сделает это все за вас. Вот. Дальше, PVD. Максимально самая легкая функция, но, насколько я помню, в ней тоже есть какие-то нюансы. Вот.
То есть PVD просто, ну давайте я сразу расскажу, PVD это по сути просто вызов GetCVD. Вот, то есть ничего тяжелого там нет, то есть PVD, она и в Африке PVD, она ни от чего не зависит, то есть она не зависит от никаких переменных окружений, о которых мы скажем чуть позже. Она просто выводит вашу текущую директорию. Вот. Дальше. Экспорт. Экспорт, unset, они будут работать у вас в паре. Давайте мы их пропустим, мы поговорим сначала про env, да? Потому что она тоже максимально легкая функция. Это все, что она делает. У нее нет никаких, аргументов, у нее нет никаких параметров. Что за символы? Да, то есть, если на самом деле приглядеться, мы видим, что это пары, ключ, давайте вот здесь ключ, значение, разделенное равно. То, что мы сейчас вывели, env, это и есть наше переменное окружение, environments, environments variable. Для чего они нужны, как их юзать? Вы, я думаю, для себя каждый поймете уже на протяжении написания самого shell, вот, то есть столкнетесь с какими-то моментами. Но что точно мы сегодня разберем, это path. Да? То есть точно мы сегодня разберем переменную path, посмотрим, как работать с ней. Вот. То, что я рассказывал в execve, да, помните, приходит третьим аргументом, я говорил, NVP там называется аргумент, это как раз вот этот список. То есть нам в команду это придет в качестве двумерного массива, то есть main у нас будет объявлен так. Int main, который приходит int ac, char av, и, внимание, третий аргумент NVP. Вот этот NVP, третий аргумент, это как раз-таки есть наш список, да, двумерный массив из этих значений. Ну, очевидно, да, что одна строчка — это один элемент двумерного массива. Сразу тоже, забегая вперед, я думаю, вы сами это столкнетесь с этим, лучше его скопировать. Да, то есть лучше не работать в него по той причине, что ну, лучше не освобождать эту память, потому что Free будет ругаться, Malloc, я думаю, Malloc, может быть, и не будет ругаться, Free будет ругаться, я думаю, точно. Вот, это что касаемо Env. То есть, по сути, это просто список наших переменных. Экспорт без аргументов делает то же самое, но за исключением приписки declare x. Что за приписка declare x, никто не знает. Да? То есть, с кем я не разговаривал, мне никто до сих пор не дал ответ на этот вопрос. Поэтому мы просто все ее пишем. Если кто-то знает или узнает, да, на протяжении написания shell, напишите мне, пожалуйста, мне очень интересно. Но я думаю, это приписка к тому, что переменная задекларирована. Вот. С экспорта, ну и экспорт, соответственно, да, то есть какая ее самая главная, это основная функция, мы можем добавить сюда переменную. Давайте я напишу что-нибудь более информативное, скажу то, что hello равняется 1, 2, 3, 4, 5. Опс, вот это мы уберем. Бам. На output ничего не появилось, да, но зато если мы пропишем экспорт снова, видно, да, что у меня здесь появилось новое переменное окружение hello. Hello 1, 2, 3, 4, 5. Вот, то есть экспорт как раз служит нам для того, чтобы мы вносили или, внимание, изменяли те переменные, которые у нас уже есть здесь. Вот, с одной стороны, как бы кажется все легко, но, опять же, до тех пор, пока мы не углубимся в дебри, то есть там есть, опять же, моменты. Моменты заключаются в том, что какие-то вот такие вещи, вот такая запись, или запись вот такая, или запись вот такая, это все немножко разные. А моменты — разные вещи. Вот. Ну и, соответственно, раз мы можем... На секунду. Раз мы можем добавлять новые переменные, да, мы можем их изменять. Я могу написать экспорт. Давайте посмотрим. Давайте изменим PVD. Вот у нас есть PVD, который равняется юзерам ИК. Я пишу то, что экспорт PVD равняется... Ну что, давайте опять же какой-нибудь банальный QWERTY. Сейчас мы увидим то, что наш PVD стал равен QWERTY. Вот. То есть экспорт — основные две функции. Изменять переменное окружение, которое уже есть, присваивать им новые значения, ключа новые значения. Второе — добавлять новые ключи, новые значения. Вот. Ну и, соответственно, да, еще раз, без аргументов она будет выводить нам список. Вот. Unset. Unset — противоположная экспорту функция. Раз мы можем добавить, изменить значение, мы должны уметь их удалять. Unset делает именно то, что я и сказал. Без аргументов она не делает абсолютно ничего. С аргументом она удаляет значение переменного окружения. Бам, сделаем экспорт. И обратите внимание, вот здесь должна была быть PVD, она отсутствует, я ее убрал. Давайте сделаем опять же какой-нибудь QV равняется 321. Да, убедимся, что она действительно есть. Я делаю unset QV.
убедимся, что она пропала, так и есть. То есть переменная пропала. Вот. С несуществующим аргументом она работает очень просто, она ничего не делает. А, нет, смотрите, нет, это я забегаю вперед, не обращайте внимания пока, давайте вот так. С несуществующим аргументом она не делает ничего. То есть она прошлась по списку, ничего не нашла, вышла. Exit. Самая, одна из самых интересных будет команд билдинговских. Ну что, exit просто выходит, да, казалось бы, но на самом деле нет. Ну, то есть, опять же, exit можно передать аргументы. Вот. Exit можно передать аргументы, и он выйдет с этим аргументом. Но там не все так просто. Дело в том, что я могу передать два аргумента exit, да, то есть каким образом он отработает. Я могу передать туда не число, а буквы. Я могу передать туда букву плюс число. Вот, это все нужно будет обработать и посмотреть. Если опять же останется время, вернемся к этому. Вот, это что касаемо билдинговских команд, реализация. Вот, то есть на самом деле билдинговские команды достаточно легкие в целом. Далеко не самая тяжелая часть Bash. Вот, это вторая часть проекта, да, который вот можно выделить. Третье — сигналы. Как я уже говорил, к сожалению, сегодня о них будет мало речи. Но сигналы — это Ctrl-Slash, Ctrl-D, Ctrl-C. Вот. На самом деле сигналы тоже не тяжелые. Вот, то есть кто сюда пришел за сигналами, они не тяжелые, то есть их можно реализовать за дня два. Вот. Это еще одна часть. Далее запуск внешних программ. Да, но мы уже поговорили про функции. По сути, все, что вот для запуска внешних программ нужно будет, это нужен будет fork. Зачем он нужен будет, я скажу потом. Нам нужно будет execve. И иногда нам нужен будет dub. Вот, то есть это запуск внешних программ. Почему вынес ее отдельно? Потому что там могут быть некоторые запары, да, я расскажу чуть попозже опять же об этом. Вот. Логика редиректов и пайпов, да, то есть опять же, одна из таких тяжелых частей нашего шелла — это пайпы, это редиректы. О них мы тоже скажем чуть больше, да, то есть опять же, пока просто пробегаемся. Но забегая вперед, что хотелось бы сказать про них, логику лучше продумать сразу, да, то есть лучше сразу продумать, как работает один пайп, как работают 5 пайпов подряд, как работает редирект, как работают 5 редиректов подряд, обратные редиректы, пайпы плюс редиректы, то есть вот это все. Вот, и лучше, опять же, да, мой совет, совет от Соника, да, здесь есть такой пункт, забегая вперед, опять же, круто будет, если у вас один пайп не будет ничем отличаться от 5 пайпов. Да, то есть как, без каких-то костылей, что один пайп отработает так же, как будет 5 пайпов. Вот. Это будет здорово. Ну и обработка ошибок, конечно, потому что все мы знаем, да, что у нас есть куча ошибок в Bash, comment not found, no such file directory, что еще можно попробовать вызвать? Такую штуку. Permission denied, да, то есть вот это все обработки ошибок, опять же, вы должны будете заранее продумать, где, что и как это будет, потому что, опять же, вот, так, нет, как же ее вызвать, по-моему, вот, да, то есть какие-то ошибки с корявым вводом редиректа, корявым вводом пайп, нет, пайп, прошу прощения, здесь не так будет работать, вот так нам нужно. Вот, то есть какие-то такие вещи тоже лучше продумать заранее. Подумать о них, расписать, да, может быть, даже желательно, какие ошибки вы выводите, какие будете выводить. Я, к примеру, скажу вот то, что вот здесь, к примеру, newline писать не обязательно. Я здесь писал unexpected token redirect, потому что в каких-то случаях он выводит redirect каких-то newline. Вот, и здесь сильно вот запариваться, поэтому я не посчитал нужным. Вот, ну и подумать о том, да, что ошибки должны быть информативные и приближены к Bash. Здесь очень интересный момент, да, вот эти ошибки, permission denied, no such file, вот no such file, да, и comment not found, мы о них побольше поговорим, когда будем вызывать команды, посмотрим. Вот, это что касается части, да, то есть проекта части. Теперь давайте, наверное, поговорим про третий пункт и далее вернемся к парсингу. Третий пункт самый, по мне, так интересный, потому что, опять же, проект командный, поделить задачи с тиммейтом. Что это значит? Так, давайте я сюда вот, чтобы вас пока ничего не отвлекало. Так, закроем. Здесь вернем вот сюда. Поделили задачи с тиммейтом. Что это значит? Да, то есть первый пункт — точки входа и выхода ваших кусков кода. То есть если мы работаем над командным проектом, это означает то, что мы, первый вариант не очень хороший, пишем весь код вместе. Да, то есть это не совсем хорошо писать вдвоем и писать то, что можно написать одному. Второй вариант мы разделили на подзадачи, сказали, ты будешь делать парсинг, я буду делать пайпы. Ух, извиняюсь.
ты будешь делать пайпы, ты будешь делать сигналы, я реализую билдыны. Да, то есть как-то вот так вот, если. Вот, ну и логично, что вы пишете разные куски кода, да, и что такое точка входа и выхода. То есть я уже заикнулся про то, что в нашем мини-шеле одна точка входа в нашу программу — это терминал. А ваши функции, ну да, функции, то есть классов пока нет, в нашей функции также будут точки входа. Это аргументы, которые вы передаете. Важно сразу, как минимум, просто постараться, да, договориться о том, какие будут точки входа в ваших функции, какие будут точки выхода. То есть что это значит? Какие параметры будет принимать ваша функция? В каком виде она их будет принимать? В какой структуре данных она будет это принимать? Да? То есть вот это все важно обговорить заранее. Понятно, что проект первый командный, мы только учимся, и помимо вашей разработки, да, точнее, по пути вашей разработки Shell, будут какие-то изменения. Это нормально. Вот. Но все равно желательно, то есть сесть, посидеть, подумать. Аргументы мы будем хранить в списке, да, или это будет массив, или, возможно, я не знаю, да, будет приходить по одному указатель, да, то есть по одному символу. То есть какие-то такие вещи лучше сразу подумать, в каких структурах будут лежать ваши данные, будут ли структуры вообще, молок это будет, или это будет стек. То есть все вот это продумать лучше заранее. Вот, да, ну как раз я про все, и про второй, и про третий пункт я уже сказал, да, определить структуру данных, с которой вы будете работать, в каком виде вы передаете данные, передаются данные. Тут должно быть не передаете, а, соответственно, принимаете. Ну, то есть важно, да, то есть данные вы не только принимаете, вы еще их и ретерните, возвращаете. Поэтому это тоже важно понять, в каком виде, какие данные вы будете возвращать. Вот. Чтобы не получилось так, то есть для чего это нужно? Для того, чтобы ваш тиммейт понимал, что у него есть абстрактная функция, которая вернет ему те данные. Он не задумывается о том, что делает та функция, в каком формате она их возвращает. Она возвращает их в том формате, который ему нужен. Вот. Это что касается задачи тиммейта. Понятно, что, то есть, опять же, да, как я уже сказал, по пути разработки вы поймете, что какая-то часть кому-то дается тяжелее, кому-то какая-то труднее. И здесь давай поменяем структуру данных, здесь давай используем двумерные массивы, а здесь давай наоборот тесты, а тут давай от тестов откажемся. Какие-то такие вещи, это абсолютно нормально. Вот. По трем основным моментам мы пробежались. Давайте, может быть, у кого какие-то вопросы есть. Давай, Никита, сейчас время закончится, давайте перейдем на вторую ссылку. Да, да, давайте сразу сделаем так. Давайте. Ага. Все, права ты мне уже дал, да, все вижу, спасибо. Все, давайте, раз вот у нас первая часть подошла к концу, да, как раз я успел все рассказать, может быть, какие-то вопросы есть, задавайте сразу. То есть что будет дальше, да, пока вы задаете вопросы, что будет дальше? Дальше мы поговорим про парсинг и поговорим как раз про дочерний процесс и про пайпы. Вот. Если есть какие-то вопросы сейчас, то милости прошу. Разберем сразу. Вот, ну или оставим на потом, да, то есть как решим. Давайте сделаю чуть вот так. Все, ну окей, если вопросов нет, давайте двинем дальше. Этапы парсинга. Самая интересная часть. Что я здесь выделяю? Я выделяю переменное окружение первое. Мы пробежались уже по N, вот, да, посмотрели, что это такое. Мы храним здесь переменное окружение. Дело в том, что эти переменные окружения, их можно распечатать по ключу. Да? То есть давайте возьмем какую-нибудь простенькую, например, PVD. Как можем достучаться до значения PVD по ключу? Поставив доллар. Да? То есть если мы ставим доллар, мы говорим нашему Shell, да, или в данном случае мы говорим Bash, то что мы обращаемся к переменному окружению и по ключу PVD дай нам, пожалуйста, значение, которое лежит у тебя в NVP. Оно не будет выводить доллар PVD, оно выведет наш ключ, да, юзер МК. Вот. И так, соответственно, будет работать с любым ключом. Эхо PAF выведет нам PAF. Ну, давайте какую-нибудь еще попробуем. Pager, вот я вижу. Pager. Less.
Вот. Сразу, да, что важно понимать? Важно понимать, что я в эту переменное окружение могу запихнуть команду, да, то есть что мне мешает написать так и вызвать ее вот так. Да, то есть бам, отработало. Что я сделал еще раз, да, то есть для начала я просто занес переменное окружение, я сказал то, что значение q в этом значении, ключ q в этом ключе лежит значение ls. ls — это просто две буквы, да. Занес ее, все, в моих переменных окружениях лежит q ls. Вот, видно, что оно есть. Дальше я передаю Башу информацию, говорю, что вот у меня есть такое, такой ключ, дай мне, пожалуйста, значение по этому ключу. Баш говорит, окей, парсит, да, то есть уже этап парсинга. Он находит этот QE в своем списке переменных окружений, говорит, что ага, QE есть, у него есть значение ls. Сейчас, вот, хороший вопрос. У него есть значение ls, и я вместо QE доллар подставлю значение ls. Вот. Таким образом у нас получается то, что в терминал сразу попадает ls, не в терминал, точнее, а в exe сразу попадет ls, то есть значение QE. Где хранится переменное окружение? Смотрите, да, то есть, как я уже сказал, в main они нам приходят в аргументы, то есть у нас здесь что-то есть, это int c, char av, char nvp. То есть нам пришел двумерный массив NVP. По сути, как бы данные, да, переменные окружения уже хранятся в этом двумерном массиве. Но нам с ним работать неудобно будет по той причине, что нам придется в него добавлять элементы и удалять из него. Вот, поэтому нам в любом случае будет хорошо перемолочить эту память, да, то есть выделить какую-то новую память под наш же NVP, переложить из вот этого, который пришел, уже в наш двумерный массив. Вот. Ну и если прямо отвечать на твой вопрос, переменные окружения хранятся в вашем двумерном массиве. Вот, то есть это по факту такие же просто данные, которые хранятся в вашей памяти. Вот. Это где хранятся переменные окружения. Понятное дело, да, что вот такая вещь, она по-разному ведет себя в обычном формате, в формате в кавычках и в формате без кавычек. Кавычки, да, самые интересные, мы вернемся к ним прямо вот сейчас, да. Вот, то есть что хочу сказать. Давайте, знаете, сейчас расскажу, до какого момента будет парситься наш PAF. То есть, забегая вперед, опять же, мой парсинг работает так, что я иду практически посимвольно. Да, то есть я встретил доллар, такой, ага, что ты его обработал, там, встретил, к примеру, hello, обработал h, обработал e, l, l, o. Вот, то есть я иду посимвольно. Соответственно, мне нужно знать конец моего ключа у переменной окружения. То есть если мне подадут PAF, то логично, да, что будет выведется PAF. Вот. Но если мне передадут вот такую штуку, PAF QE, выведется ничего, потому что ключа PAF QE нет. То есть для Bash вот это все, это был один специальный ключ. То есть один ключ PAF QE. По нему значения нет, мы его никак не обрабатываем, просто пустой аргумент. Но, внимание, да, если я после PAF впритык пишу доллар QE, PAF найдется. PAF найдется, QE, естественно, не найдется, потому что переменной нет. Кстати, почему ее нет, это хороший вопрос. Она должна быть. А, нет, все правильно, да. Обратите внимание, да, то есть Bash пошел по PAF-у, PAF остановился на долларе и говорит, окей, все. То есть я получил 4 символа, это мой ключ. Почему он не берет доллар в значение ключа? Потому что доллар — это специальный символ. Да? То есть мы много будем, ну, вы будете много встречать про это, специальные символы. То есть Bash парсит наш ключ до специальных символов. В данном случае он встретил специальный символ доллар, говорит, окей, я дальше не пойду, мне нужно распарсить PAF. Каким-то образом он распарсит PAF, пойдет дальше. Да? То есть он парсит QE. Ну, здесь как бы все на самом деле просто, да, он распарсил QE, и если вы обратите внимание, здесь вот есть маленькая приписка ls, да, то есть он вывел на терминал ls, распечатал ее. А пробелов между ними нет, потому что я передал это как один большой аргумент. То есть важно понимать, что вот это все, это один аргумент, их не два, он один. Два аргумента появляются только тогда, когда они разделены пробелом.
тоже очень важный момент. Я на этом погорел, на парсинге с кавычками. Мне казалось, то, что вот такие вещи — это два разных аргумента. На самом деле нет, это один большой аргумент. Вот это все. Вот, но об этом мы тоже сейчас поговорим. Вот, я надеюсь, это понятно, да, то есть специальные символы. Опять же, специальные символы — вход кавычка. То есть в данном случае bash будет парсить ключ только до кавычка. Встретит кавычку, говорит, окей, я пока эту всю информацию отбрасываю, работаю только с пафом. Вот, опять же, одинарная кавычка — это тоже специальный символ. Кронированный слэш — это тоже специальный символ, то есть если у меня придут такой аргумент, вот что будет, да, то есть у меня, опять же, отработал только паф, встретил экранированный слэш, говорит, все, окей, то, что после экранированного слэша я разберу дальше, давай пока поработаем с пафом. Он подставил значение пафа сюда и говорит, окей, пошли дальше. И про экранированный слэш поговорим чуть дальше, подставил КВЕ. То есть, опять же, вот мой весь паф и плюс небольшой КВЕ. Опять же, помните, да, пробел нет, потому что это один большой аргумент. Вот, это что касаемо переменных окружений. Если я что-то забыл сказать, я либо вспомню, либо вы мне напомните. Вот, переменное окружение. Как работает переменное окружение? В кавычках мы тоже поговорим позже. Но на самом деле, вот прямо сейчас, да, я вижу, они идут следующим пунктом. Кавычки, одинарные кавычки, двойные кавычки и их отличия. Чем отличаются одинарные от двойных кавычек? Принято называть одинарные кавычки сильными кавычками, да, двойные кавычки кавычками слабыми. А почему? Ну, первое их различие — это то, что в двойных кавычках подставляются переменные, да. То есть обратите внимание, сейчас переменная паф подставилась. Но очень важно, я специально добавил пробелы. В двойных кавычках обработались пробелы, да, то есть к аргументу добавились также еще символы. То есть вот обратите, давайте я вот сделаю вот так. Обратите внимание на разницу того, как это выведется с кавычками. Я специально поставил пайпы там, да? И как это вывелось бы вот таким образом, куча пробелов, как это вывелось бы без кавычек. Видите, да, здесь пробелов уже нет, потому что bash, да, то есть вот эти все пробелы он просто пропустил, для него они ничего не значат. Но если пробелы есть в кавычках, он считает их за символ и вносит в аргумент. Это важно понять. Опять же, про специальные символы. Пробел в случае переменных окружений для bash — это специальный символ. То есть, несмотря на то, что пробел обрабатывается в кавычках, в переменное окружение он не попадет. То есть в данном случае ключ к переменной окружению будет читаться только до h. Он встретил пробел. Абстрактный цикл, да, абстрактный цикл парсинга он прервал, получил значение пафа и пошел дальше. Вот, то есть двойные кавычки, да, то есть в них есть подстановка путей, подстановка переменных окружений, и в них есть так называемые экранирование. То есть сейчас будет такой небольшой фокус, если... Ну, давайте, ладно, пока забегать вперед не будем. В чем отличие от одинарных кавычек? Если я пишу паф, то переменное окружение мне не подставится. Одинарные кавычки так и работают. Вот в символ, как вы записали информацию в одинарных кавычках, вот в таком же виде она попадет дальше. Да? То есть, ну, в данном случае в таком же виде она выведется на терминал. То есть, что бы я там ни писал, любые какие-то значения, экранирование там чего-то, уже не важно, оно прям все выведется вот в таком виде. Вот. То есть, вот это понимать важно. Ну и здесь, да, видите, я поставил двойную кавычку. Давайте сразу об этом скажу, пока не забыл. В одинарных кавычках могут быть двойные кавычки. Да, причем сколько угодно, насколько я помню. Да, то есть одна кавычка, две, три кавычки, пожалуйста. То есть сколько угодно кавычек здесь могут быть. Это для него, опять же, для одинарных просто символы. То есть в одинарных кавычках ничего нигде не парсится, никакие, там не работают ни двойные кавычки, там не работают ни экранирование, там не работает ни доллар, там не работает ничего. Вот. В двойных кавычках, давайте сейчас вспомним, по-моему, одинарные кавычки тоже не работают. Да, то есть вот здесь история такова, что в двойных кавычках я также могу спокойно использовать одинарные. Но вот сейчас важно, да, может запутаться голова, паф все равно подставится. Объясню почему, да, потому что как только bash или bash minishell увидел, что двойная кавычка, он обрабатывает всю информацию, как в двойных кавычках. Вот, то есть, несмотря на то, что даже если одинарная кавычка встретилась в двойных кавычках,
мы все равно все еще находимся в двойных кавычках. То есть в данном случае двойные кавычки важнее для вас, и, ну, и для вашего SEO, для вашего парсинга. Вот, то есть вот здесь важно не запутаться. Будет хорошо, да, если вы сядете, там, какое-то время сантиметры выделите, посидите, пощелкайте, попишите, а как так, а как здесь работает. Вот. То есть важно понимать вот это отличие между двойными кавычками и одинарными кавычками. Это важно. Вот, еще раз, да, то есть основные отличия. В одинарных кавычках не парсится ничего, то есть не подставляются никакие данные, не работает ничего. В двойных кавычках подставляется переменное окружение, работает экранирование. О, так, ну и, наверное, пожалуй, все, да, то есть вот пока все. Ну и опять же, да, то есть исходя из subject, у нас здесь есть пункт. Кавычки должны работать как в баше, исключение multiply команд. Что это значит? Вот такие штуки мы не обрабатываем. Оп. А вот такие вещи мы обрабатывать не будем и не должны. Ну, по той причине, что вот собственно об этом говорят. Но я советую предусмотреть это как не undefined behavior, да? То есть, чтобы обрабатывалось это как бы правильно. То есть, самый, наверное, лучший вариант, я считаю, при таком, если вам подали вот такой аргумент, мысленно где-то подставить в конце, да, то есть где-то ваш парсинг должен подставить в конце последнюю кавычку вот так. Вот, то есть, грубо говоря, сделать это за пользователя. Вот, то есть, опять же, как бы такие тест-кейсы не будет ни в чек-листе, их подставлять глупо. Вот, все правильно, да, Махмуд говорит, главное, чтобы стик-фолта не было. То есть постарайтесь обработать так, чтобы даже если это undefined behavior, лучше без стик-фолта. Вот. Так, ну что, пойдем пока дальше. Мы к кавычкам еще вернемся. А, ну вот прямо сейчас мы к ним и вернемся. Экранирование. Что такое экранирование? Да, то есть я думаю, вы все знаете вот такие знаки. Slash n, slash t, что там у нас еще есть? Slash r, по-моему. Ну и всегда у них есть экранированный slash позади. Экранированный slash, опять же, в трех случаях работает по-разному. Про три случая я говорю о экранировании без кавычек. Да, то есть экранирование без кавычек. Экранирование в кавычках двойных. Экранирование в одинарных кавычках. Вот так. Что происходит? В первом случае без кавычек. Сразу забегая вперед, без кавычек экранированный слэш экранирует вообще все. То есть абсолютно любой элемент, что угодно, экранированный слэш будет экранировать. В двойных кавычках экранированный слэш экранирует далеко не все. То есть здесь видно, да, что выявилось slash t. То есть в данном случае t он не заэкранировал. А с одинарными кавычками тоже все легко. Slash не экранирует ничего. То есть вообще ничего. То есть как вот я, опять же, да, вспомним, как я туда подаю команды, символы, так они и выведутся. Вот. Исходя из того, что я сказал, первый, второй, первый, третий случай разбирать неинтересно. В первом случае экранируется абсолютно все. В третьем случае экранируется абсолютно ничего. Разберем второй случай. С двойными кавычками. Что происходит здесь? Понятно, да, что slash t у нас не экранируется, такие какие-то вещи тоже не экранируются. Экранируется что? Экранируется второй slash. Да, то есть в данном случае, если мы реально хотим получить вывод на экран просто slash, нам нужна будет вот такая конструкция. То есть двойная кавычка, slash, slash, двойная кавычка. Почему мы не можем написать так? Потому что slash экранирует двойные кавычки. То есть в данном случае Bash нам заэкранировал эту кавычку, но так как второй парной нет, да, то есть для этой кавычки пара пропала. Нам нужно ее добавить. Вот. То есть таким образом, в двойных кавычках мы можем получить вывод двойной кавычки. Да, то есть как бы странно не звучало. То есть вот такая операция приведет нас к выводу одной кавычки. Вот. Опять же, да, сравните поведение, если слыша не было, нас бы попросили ввести четвертую кавычку. Вот. Ну и, соответственно, что? Одинарная кавычка, давайте вспомним. Но она, по-моему, тоже экранируется или нет? Нет, смотрите, да, то есть одинарная кавычка не экранируется. То есть мы уже добавили три символа. Давайте добавим, наверное, сюда. Я сделаю вот таким вот образом. Сейчас быстренько. В двойных кавычках экранируется. Пока что мы выяснили, экранируется обратный слэш, да, экранируется двойная кавычка, экранируется доллар. Доллар мы еще не выяснили, но сейчас как раз мы это и сделаем.
Помните, да, что вот такая конструкция нас приводит к выводу переменной path, да, то есть значение переменной path. Но если мы добавляем перед долларом slash, мы опять же сможем просто получить path, то есть просто доллар path. Вот, то есть это третий символ, который экранирует slash. На самом деле, насколько я помню, там есть куча различных заморочек, да, какие-то еще дополнительные символы, но я вот не знаю, либо мы по чек-листу посадим, что это поняли, либо это устоялось, что мы их не обрабатываем. Вот, то есть самое главное в экранировании обработать экранирование США, самого себя, экранирование доллара, экранирование в двойных кавычках. Вот, то есть помните, да, еще раз наш тест-кейс. Первый случай самый легкий, второй случай, третий случай тоже самый легкий, второй случай, вот он, да, то есть придется немножко, грубо говоря, попотеть. Вот, это что касается экранирования. По-моему, про экранирование я сказал все, что хотел. Дальше у нас есть Piper и Direct, но опять же мы их оставим на потом, давайте semicolons. Semicolons, что такое, тоже в целом легко, это разделение наших команд. Да, то есть если мы не хотим отправлять... Точнее, не так. Если мы хотим вызвать две разных команды, но в одной командной строке, да, то есть в один output, мы разделяем их точкой запятой. Вот. То есть, обратите внимание, да, если я вызову ее без точки запятой, Bash подумает, то, что я передал два аргумента и попытается обработать их вместе. В данном случае пример плохой. Давайте вот так сделаем. То есть в данном случае я хочу вывести мне информацию про папку два раза. Про, ну да, информацию, ну да, ls выведет два раза. Но если я сделаю так, опять плохой пример, я сейчас сделаю быстренько вот так. Ага. Если я захочу сделать так, без semicolons, без точки запятой, он мне скажет то, что ls, ну, such file directory. То есть он подумает, что я хочу, чтобы ls принял как аргумент ls и запустил ls с аргументом ls. Да, то есть, извиняюсь за тавтологию. Но вот таким образом я могу легко их разделить, да, и сказать, чтобы они выполнились отдельно. Это очень похоже, на самом деле, вот на это. Да, то есть, я думаю, вот такие вещи многие видели. Вот, но эта штука работает потяжелее. Ее мы брать не будем, это бонусы. В конце, если останется опять же время, я скажу плюс-минус, как это можно, я думаю, реализовать. Вот, это что касается semicolons. А, ну и, конечно же, что? Будьте внимательны, что вот такая запись, да, и вот такая запись — это разные вещи. То есть что произойдет в первой ситуации? В первом случае эхо примет точку с запятой как аргумент и выведет ее. Вот. То есть в таком случае, если... Сейчас попробую сформулировать. Если мини-шелл видит то, что специальные символы лежат в кавычках, специальные символы — это что? Точка с запятой, pipe, redirect, редирект обратный, редирект прямой. Что-то еще, наверное, забыл. Пока не важно. Если увидит вот эти символы в кавычках, мы не должны их обрабатывать никак. Это аргументы. То есть, опять же, да, вернемся к нашему семиколонсу. Если мы отправили такую команду, эхо примет точку с запятой как аргумент. Если мы отправили точку с запятой без кавычек, то Bash обработает эту точку с запятой как что? Ну, как аргумент, как я уже сказал. То есть в данном случае эхо нам что сделает? Выведет точка с запятой и ls как два разных аргумента. Если я убираю кавычки, получается отработка двух разных команд. Вот. Это что касаемо semicolons. Поэтому, забегая вперед, я считаю, очень плохая практика... Вообще, во-первых, очень плохая практика использовать сплит в шеле, да, то есть разделять по пробелам, потому что у вас может быть вот такая штука. Да, если вы будете разделять по пробелам, то здесь получится каша. Получится раз, два, три, четыре, пять аргументов. Где, что, как, непонятно. Вот. Ну и второе, я считаю, плохой практикой использовать какой-то измененный сплит. Потому что мне кажется, вы заморочитесь. Я еще ни одного шелла не видел, где это сделано грамотно. Вот, то есть лучше идти по символу, но об этом мы еще скажем. Вот, это что касаемо кавычек, это что касаемо переменных окружений, это что касаемо semicolons. А, ну и опять же, да, то есть вы должны понимать, что вот эти команды независимы от друг друга. То есть если ls выполнилось как-то неправильно и коряво, то, что находится после точки с запятой, его не касается. То есть pvd выведется как, то есть абсолютно нормально.
Вот, то есть это, по-моему, как раз-таки различие с и. Ну да, видите, то есть если мы пишем и, то ПВД не выполняется. Если мы пишем точку с запятой, ПВД отработает отлично. То есть они работают, две программы независимо. Да я, наверное, прямо сейчас покажу тест-кейс, который можете прогонять у себя и у других очень важный. Сейчас. Эхо. Нет, мне нужен экспорт. КВ равняется 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эхо. КВЕ. Вот. Что показывает этот тест-кейс нам? Нельзя сразу парсить всю эту информацию и поочередно ее обрабатывать. Почему? Потому что если вы сделаете так, вы распарсите экспорт, да, и скажете, окей, пусть это пока лежит у меня. Но вы ее еще не отработаете, вы еще не запустите эту программу. Дальше вы распарсите эхо. И вот тут начинается самое интересное. Вы подойдете к доллару, посмотрите, КВ. ПВД, CD, ПВД. Чтобы что? ПВД. А, ну, видимо, да, ты имеешь в виду, все, я понял тебя, да, да, махнул, я понял тебя. Ну, да, то есть, все, вы дойдете до эхо, вы дойдете до КВ, но так как у вас еще экспорт не отработал, КВ не будет лежать в переменных окружениях. И может случиться так, что в эхо подставится ничего, да, то есть ваш shell еще не будет знать о значении КВ, которое вы передали здесь. Поэтому желательно, что если вы встретили точку с запятой, сразу отработать эту программу, сделать так, чтобы она сразу выполнилась, и только потом переходить к дальнейшему парсингу и, к дальнейшему выполнению программ. Это даже не то, что будет желательно, это будет правильней. Вот. С чего стартануть парс? Типа, как начать считывать? Как раскидывать? Я просто хочу заняться парсом, но пока в ступоре. Супер, давай мы сейчас закончим как раз вот два осталось элемента по парсингу. Опять же, я пока пайпы все оставляю. Разберем, как начать парс. Команда с путем и без. Давайте попробуем коротко. Должны понимать, что вот эти две записи – это разные записи. Почему? Первое. Ну, видно, да, что в первом случае мы не используем никаких путей. То есть это не абсолютный путь, это не релативный путь, это просто какой-то набор байт, да, какой-то набор символов. Во втором случае мы используем путь. Но я думаю, многие знают, да, что это значит. Точка слэш. То есть это значит, что мы обращаемся к текущей директории, из текущей директории по слэшу мы обращаемся к ls. В этих случаях, вот я даже опять же давайте точку запятой разделю, bash будет вести себя по-разному. Бам. Видим, что в первом случае он замечательно нашел переменную ls в переменное окружение pav. Да. Как работает pav и как он ищет, тоже я чуть позже скажу. Но, забегая вперед, если нет никаких путей, да, то есть в данном случае, он TTLS будет искать по переменному окружению PAF. То есть, видите, они разделены по точке, по двоеточиям, он будет подставлять. Он будет говорить, что user MK brew bin LS, есть такое? Нет, идем дальше. User Locon bin, есть такое? Нет, идем дальше. User bin есть? Нет, идем дальше. Bin LS есть? Выполнили. Вот. Но во втором варианте он даже не зайдет в переменную PAF. Почему? Потому что он увидел, что вначале лежит путь. То есть мы показали в данном случае ls то, что мы ищем не команду ls, да, а какой-то определенный файл в текущей директории. То есть вот это важно понять, что в первом случае мы вызвали команду ls, а во втором случае мы пытаемся вызвать какой-то абстрактный файл ls. То есть это будет нагляднее, опять же, видно вот так, bin ls. По сути, приведет к одному и тому же. Да, то есть что тут мне два раза выведет CLS. Но механика, логика, работа этого совершенно разные. То есть еще раз, да, в данном случае bash и ваш shell должен будет искать вот эту команду ls по путям в path, в переменный path. Если вы встретили абсолютный или относительный путь перед вашим аргументом, вы в переменную path даже не суетесь. Причем самое интересное, вас не волнует, есть ли такой файл, нет ли такого файла. Ну, точнее, это волнует вас, но чуть позже. Вы не суетесь в PAF и не обрабатываете это, не ищете. Очень важно это предусмотреть сразу, потому что если у вас будет вот такая штука, да, и вы склеите вот такой аргумент, bin, да, то есть вы склеите вот такую вещь, это отработает.
Потому что что получится? Давайте вот так напишу. Да, это получится вот так. bin.slash.ls. И вот это валидно. И это отработает. То есть в данном случае у меня вызовется ls из моего бина. А мне нужно, чтобы он вызвался из моей текущей директории. Вот. На самом деле это легко отследить. У вас есть три варианта. Первый, у вас есть просто путь из текущей директории. Второй, у вас есть вариант вызвать на директорию ниже. И третий – это относительный путь, абсолютный путь. Вот, то есть, грубо говоря, КМПшки мы проверяем. Если у нас впереди какие-то из этих трех случаев, да, то мы в ПАВ даже не лезем. Если таких случаев нет, мы лезем в ПАВ. Вот, тут, я надеюсь, я нормально объяснил, не запутал. Но это важно предусмотреть, да, потому что что? Потому что я могу сделать вот так, да, самый любимый тест – unset PAV. Что теперь будет, если я пропишу ls, он мне напишет no such file от директория. Он не смог найти такой файл, ну, потому что переменное окружение PAV нет, и как бы он в нее не может даже полезть. То есть он не стал повторять, он сразу начал искать здесь. Но если я сделаю вот так, bin ls, у меня все отлично отработает. Потому что в первом случае, да, он парсил как? Команду, пытался подставить к ней путь из PAV, а PAV это нет. Он поставить ничего не смог. Во втором случае он в PAV даже не полез, он увидел, окей, у меня абсолютный путь, так я тогда сразу попробую ее вызвать. Вот. Это что касаемо вот этого. А, ну и спецсимволы, да, мы уже о них поговорили чуть-чуть, то есть я уже сказал про спецсимволы. Теперь давай вот на вопросах стартнуть парс. Сейчас будет рассказывать человек, который писал парсик неделю и переписывал его 4 раза. В общем, я пришел к такому выводу, что самое лучшее писать парсинг посимвольно. Это нехорошо в плане памяти. Да, это нехорошо в плане того, что вы кучу будете раз использовать реалог. Это, соответственно, что? Это куча раз вызов малока, это куча раз вызов free. Вот. Но это минус, да, я согласен. То есть здесь ничего не сделаешь. Но опять же, то есть мы работаем на маках. Я не думаю, что можно сделать что-то такое, что прям критически это будет сказываться на работу, да, потому что, ну, то есть вы знаете, как реалок работает, то есть мы не выделяем память, она не растет, память почищается. Вот, ну давайте что-нибудь такое прям интересное возьмем, да, то есть вот такие какие-то вещи, бам, бам, вот такую штуку, да, вот, допустим, вот прям разберем на реальном примере, нам пришла строка. Как работает мой парсинг и как может работать парсинг ваш. Пришла строка. Мы видим первый символ «э». Окей, мы заносим его в... Давайте сразу скажу, да, аргумент у меня хранится в двумерном массиве. То есть это обычный двумерный массив чаров. Я хранил сначала в листе, потом я избавился от него просто по причине ненадобности. Он мне был не нужен, я от него избавился. Вот. Я встречаю «э». Понимаю, что... Мне нужно добавить его, да, куда-то. Я реалочу, в данном случае буду изучать клуб, да, я реалочу нулевой массив на один. Добавил один элемент. Встретил второй элемент, проверяю его. Если как бы это не пробел или не кавычка, или еще что-то. То есть если это обычный символ, я его плюсую ко второму элементу. Окей, пошел дальше. С H я делаю то же самое, с O я делаю то же самое. Пробел. Я встретил пробел, говорю, окей, все, мой первый аргумент закончился. Хорош. Я добавляю его в двумерный массив и пока на время забываю о нем. Говорю, все, я перехожу ко второму аргументу. Второй аргумент. Бац, я встретил необычный символ, да, это двумерная кавычка. Но это не очень хорошая идея. Я вначале говорил, сплит по пробелам и отдельно по кавычкам. Дело в том, что... Давайте я тут сохраню. Дело в том, что вам может прийти вот такая команда. Вот, и если сплит будет по пробелам, то у вас получится не совсем хорошо. Но если, опять же, то есть это мое мнение, если отдельно, ну да, вот если об этом заморочиться, то можно, но я пришел к выводу, опять же, что одинарно лучше. Вот, то есть если хотите делать сплитом по кавычкам, по пробелам, пожалуйста. Вот, ну то есть я рассказываю, как я делал, да, то есть если я встретил кавычку двойную, я говорю, окей, я захожу в совершенно другую функцию, которая совершенно по-другому парсит мои аргументы. Встретил пробел, здесь я его уже не пропускаю, да, то есть я добавляю его, потому что я зашел в двойные кавычки. Я добавляю пробел к моему аргументу. Встретил доллар, говорю, доллар это что? Доллар это у нас
переменное окружение, мне нужно распарсить переменное окружение. Захожу в другую функцию, которая совершенно отдельным образом парсит мои переменные окружения. Прохожусь, говорю P, обычный символ добавляю, A, обычный символ добавляю, T, H, обычный символ добавляю. Пробел символ необычный, разделитель. Соответственно, мой ключ из четырех значений готов. Именно по нему я и буду искать свое значение. И вот тут очень важно. Уже здесь, на этапе парсинга, я вытащу значение пафа и подставлю в мой второй аргумент. То есть уже на этапе парсинга я сразу обработаю паф и вставлю его значение. То есть вот после вот этого всего в моих аргументах не лежит доллар пафф. В моем аргументе лежит значение пафф. Ну, в данном случае вот это, да. Вот. Что дальше? Все, окей, я вышел из цикла. Пробел. Ну, как всегда, я помню, что я в двойных кавычках, я добавил пробел. Встретил вторую двойную кавычку. Выхожу из функции, которая парсит аргументы по двойным кавычкам. Вышел из нее и добавил вот этот весь кусок, да, то есть от пробела до пробела добавил в второй аргумент. То есть пока второй аргумент у меня из чего состоит? Из одного пробела, из значения пафа и еще из одного пробела. Но это не все. Я иду дальше, говорю, дальше что, пробел? Нет. Значит, я иду дальше парсить второй аргумент. То есть все вот это один большой аргумент. Но я встретил одинарную кавычку, тоже необычный символ. Поэтому я захожу в другую функцию, которая парсит у меня уже не по двойным кавычкам, а по одинарным. Там на самом деле все легко. Я просто тупо даплю все вот это. Да, то есть я говорю, вот это все мне отдай до одной кавычки. Все, таким образом у меня получится что? Пробел плюс переменное окружение, значение плюс переменное окружение, плюс пробел, плюс куча пробелов здесь, плюс доллар пафф. Это будет весь мой один аргумент. Все, таким образом у меня получилось два аргумента, и дальше я захожу в функцию, да, которая у меня уже там все запускает, старт процесс, и все, и поехали. Ну и как мы можем... А, ну да, правильно, здесь потому что мы сняли переменное окружение. Ну вот, то есть мы видим, что, как я и говорил, один пробел, один паф, куча пробелов после пафа, и все. Вот, то есть это что касаемо, как подойти к парсингу. Начните посимвольно. То есть если пока не разобрались, как работают кавычки, стартаните парс с разбора. С разбора, как работают кавычки, в каких случаях это два аргумента разных, в каких случаях это один отдельный аргумент. Вот, это понять важно. Потому что я говорю, я сначала затупил, мне казалось, что вот это два разных аргумента. Вот это раз аргумент, вот это два аргумента. Вот. Ну и, соответственно, мой парсинг так и работал. Вот. Это что касаемо, как стартануть парсинг, как он будет работать, какой-то вот такой легкий кейс. Что еще хочу сказать? Да, ну, естественно, вот такая штука, да, страшная, приведет нас к вызову эхо. По сути, это просто обычный вызов эхо. Эта штука наглядно показывает, что... кавычки, да, без... что символом разделителя является только пробел и только спецсимвол. Вот. То есть кавычки не являются символом разделителя. Ну и еще, да, тоже очень важный момент. Постарайтесь построить свой парсинг так, чтобы вы не обрабатывали парсинг в билдинских командах. То есть не должно быть такого, что вы какие-то вот такие штуки, да, обрабатываете в переменных функции home или функции эхо. Ваши билдинские команды уже должны приходить готовые аргументы. То есть эхо ничего не должно обрабатывать, оно должно выполнять свою задачу. CD ничего не должно обрабатывать, оно должно выполнять свою задачу. Вы это поймете, когда будете уже вызывать XQE, потому что в XQE, опять же, не должно прийти доллар home. LS не знает, что такое доллар home. LS знает, что такое... LS знает, что такое юзер и миках. Вот. Да, конечно, сейчас одну секунду. Бам. Вот. Еще раз, да, все вот эти моменты на этапе парсинга до вызова каких-либо программ. То есть в билдинских командах обработки этого не то, что быть не должно, нежелательно, это просто лишняя работа. Вы практически будете делать то же самое во всех билдинских
функциях. Вот. Продумайте этап парсинга сразу. Что лучше тоже сразу включить в этап парсинга? То есть понять, что нужно парсить пайпы. Постепенно, да, очень так медленно мы к ним подходим. Сразу лучше понять, как работать с пайпами, как вы будете парсить. Будут это какие-то флаги, да, то есть какой-то флаг, что был пайп, или вы будете пайпы вносить прямо в аргумент, а потом его игнорировать. Или, я не знаю, встретили пайпы сразу, пошли выполнять программу, встретили потом на следующей итерации, встретили пайп первым символом, знаете, что у вас там пайп, ну, какие-то такие вещи. То есть сразу продумайте, где и как у вас будет храниться вся вот эта штука. Вот, то есть с точкой запятой, если еще все легко, встретили точку с запятой. Вот сплит по пайпу, сплит по пробелам, сплит по кавычкам, сплит по специальным символам. Для меня лично это уже звучит все громоздко. Сплитить по всему разному, ну а смысл? То есть сплит по всему, дело такое себе. Опять же, если у тебя будет пайп в кавычках, да, то тебе нужно сначала будет расплитить по кавычкам. Ну то есть, опять же, если получится реализовать, пожалуйста. Вот. Я просто понял, что гораздо лучше и надежней пойти по символу. Вот. Это что касаемо парсинга. Если ну, давай тогда, Никит, давай, давай перейдем на третью ссылку, что да, потом давай. Уже начнешь следующий этап. Давай. Давай. Так, все, я тут. Угу. Я думаю, мы сразу можем начинать, да, 20 минут не ждать. Так, share. Ну что, на чем мы остановились? Остановились мы на том, что поняли, да, как работает парсинг. То есть, что такое вообще парсинг? Давайте, если сразу есть вопросы по парсингу, задавайте их и перейдем к самой сладкой части. Дочерний процесс у нас еще. Да, у нас еще дочерний процесс, но там дочерний процесс пайпа, они, в принципе, рядом. Это я сразу удаляю. Бам. Свои советы от Соника мы пока спрячем. Дочерний процесс. Зачем это нужно? Дело в том, что ExecVE, да, помните, мы разбирали ее, вот как раз мы к ней вернули. Единственный способ вызвать, может быть, не единственный, но, по крайней мере, в Shell, да, очевидный способ вызвать сторонние бинарные программы, это ExecVE. В случае, если ExecVE отработает хорошо, да, то есть, опять же, если мы вызвали ls, у нас ничего не упало, все супер, ls вернул статус. Про статус, кстати, я тоже скажу 0. Все супер. ExecVE что сделает? Он выйдет из процесса. А, то есть он полностью заретернит процесс и закроет его. Если мы не сделаем fork и выполним ExecVE в родительском процессе, наш мини-шелл будет работать так, что он будет способен воспроизвести, да, только одну команду. Только любую одну команду. То есть мы запустим ls, она отработает и выйдет. Да? Еще раз, почему? Потому что ExecVE делает так, что процесс, в котором запустился ExecVE, умирает. Вот. И как раз-таки для этого нам и нужен fork. То есть перед тем, как запустить ExecVE, мы создаем fork, делаем дочерний процесс, запускаем ExecVE внутри этого процесса,
И все. И в целом нам уже не важно, останется эта дочка или нет. Ну, не совсем так я сказал, да? Нам, наоборот, нужно, в общем, будет, чтобы эта дочка закончила свою работу. Как говорится, родитель ждет, пока дочка сдохла, да? Вот, то есть здесь так и произойдет. Экзеквия отработает и выйдет из дочки. Но родительский процесс останется и продолжит функционировать так же, как функционировал до этого. То есть это первое, да? Зачем нужен дочерний процесс? Для запуска внешних программ и плюс пайпа. Про пайпа тоже чуть-чуть побольше потом скажу. Что такое дочерний процесс? Да, я уже сказал, это, по сути, копия родительского процесса. То есть все, что у вас было в родителе, почти все, опять же, помню, да, за исключением одной переменной, все, что было в родителе, копируется, это важно, копируется в дочерний процесс. Они не имеют одну область видимости, они не имеют одну область памяти. Все, что вы измените в дочке, никак не изменится в родителе. То есть если вы какую-то переменную там захотели завести, да, что вы измените в дочке, смотрите в родителе, не получится, это дело гиблое. То есть так не работает. Это прямая копия, которая никак не связана. Что делает родитель? Родитель ждет, да, то есть понятно, что родитель может какой-то небольшой функционал выполнять там, но зачастую, как и я видел, как и я делал, родитель просто ожидает. Но так оно и логично, потому что дочерний процесс нам нужен только для того, чтобы запустить экзеквие. И для чего другого он нам нужен не будет. Поэтому родитель в большинстве своих случаев, он будет просто делать wait. Он будет просто ждать дочерний процесс, который отработает. Как только в wait пришел статус дочернего процесса, программа продолжит свое выполнение далее. Четвертое. Да, как не обзавестись лишним процессом? Да, дело в том, что если мы не будем следить за тем, действительно ли дочка вышла, и отдадим это на... отдадим это под управление ЗКВЕ, да, так скажем, доверимся ему полностью, может произойти так, что ЛС у нас отработает с кодом статуса не ноль, да, ЗКВЕ не закончит свою работу, соответственно, точнее, он закончит, но он вернет статус минус один, соответственно, ошибка, и дочерний процесс не умрет, он останется функционировать. И у нас получится так, что у нас запустилось два параллельных одинаковых процесса. К чему это приведет? Приведет это к тому, что если мы будем вызывать далее любые функции, они у нас будут отрабатываться по два раза. То есть один раз будет запускать родительский процесс, и второй раз будет запускать дочерний процесс, да, который не умер. Не умер он по той причине, что он отработал с ошибкой. Как за этим следить? Но на самом деле очень просто. Да, что если вы видите, что ZQE вернул минус один, соответственно, ошибка, соответственно, вы делаете exit принудительно. То есть прям вот простая конструкция if exeqe минус один, exit, там со статусом уже разберетесь сами. Вот, то есть это насчет того, как не обзавестись лишним процессом. Pita, зачем он нужен? Ну, мы уже разбирали, да, то есть Pita — это та переменная, процессор ID, которая возвращает нам fork. Мы по этой переменной просто отслеживаем. То есть вот конкретно в моем shell она нужна была только для отслеживания процессов. То есть в родительском процессе выполняется код или в дочернем. Если у вас будет kill, если у вас будет wait pit, pit нужен будет еще для этого. Вот, пару слов о wait и его разновидности. На самом деле тоже я уже вначале сказал, то есть есть один wait, который в целом ждет процессор, и есть wait pit, который ждет, который принимает, по-моему, первым аргументом, соответственно, pit процесса и ждет его. Вот, то есть это что касаемо дочернего процесса. Как раз все. Вот про дочерний процесс я, наверное, все сказал. То есть еще раз. А, ну и, конечно же, билдыны вызывать в дочернем процессе не обязательно. Почему? Потому что они не будут вызываться через ZQE. Ваши билдыны — это ваши функции. Вот поэтому, по сути, дочерний процесс нужен будет только для ZQE. Вот. В моем случае дочерний процесс еще нужен для пайпов. Вот, теперь давайте наконец-то перейдем к пайпам. У нас последнее, что осталось, и я думаю, мы на этом зависим. Я вчера, признаюсь, честно, весь вечер пытался нарисовать вам схему, как работает пайп, у меня не вышло, потому что, опять же, как я уже сказал, да, я не мастер презентации, попробуем сейчас прямо на ходу этим чудо-карандашиком что-нибудь изобразить. Ну, давайте, да, начнем с того, как это объясняют везде, что пайп — это труба, в которую приходит информация, да, то есть у нас есть труба, в которой приходит информация сюда,
ну, и читается информация отсюда. Вот. То есть это объяснение, которое дают, в принципе, везде и все. На самом деле в этом есть доля правды, да, просто это слишком абстрактно. Разберем, наверное, с функции pipe. Начнем. Что делает функция pipe? Она принимает в себя... Что она в себя принимает? Она в себя принимает массив. Массив из двух интов, который где-то выше, да, пусть будет объявлен тут. Int fd из двух. Вот наш массив интов, функцию pipe мы передаем сюда dfd. Все, что после этого мы получили? Получили мы следующее. В fd1 у нас лежит fd-шник, в который мы пишем. Который пишем. fd0. Так, вот здесь, по-моему, не ошибся ли я. В который пишем... да, все правильно. Из которого читаем. Читаем. Что это значит? Да, то есть, по сути, очень хорошую аналогию можно проводить с терминалом. У нас есть терминал, у которого есть FD1 и FD0. Да, FD1, в который мы пишем, FD0, в который мы читаем. Из которого. С пайпами дела обстоят абсолютно точно так же. То есть все то же самое. В первый FD-шник мы записываем информацию. Из нулевого FD-шника мы можем прочитать информацию. Очень важно понимать, что вот эти два FD-шника, они указывают на файл. То есть на самом деле это файл, просто он зарыт глубоко в системе, которого мы доступа мы не имеем. То есть помните, да, что в Unix все, файлы, pipe, это тот же самый файл. Вот. Что далее? Теперь как сделать так, как заставить нам ls, да, как заставить нам ls записать в pipe, а grep прочитать отсюда. Помните, да, в самом начале мы разбирали функцию dump. Она как раз у нас осталась. Я думаю, что сейчас, да, плюс-минус у многих складывается уже какая-то картинка, для чего нужен был dump. Дело в том, что в самом сам ls и сам grep внутри, то есть, ну, надо понимать, да, что ls и grep — это те же программы, которые пишем мы, написаны на сях, все то же самое, просто понятно, как бы чуть более опытными людьми и чуть более замудренными. Но в целом ls и grep — это те же самые программы, это те же самые бинарники. Я могу открыть его, посмотреть на него. Да, конечно. Вот. Он будет не совсем красивый, да, то есть это бинарный файл, но в то же время как бы это абсолютно то же самое. Вот. В ls есть строчка write в первый fd-шник какую-то информацию. У самого ls мы fd-шник заменить не можем. То есть это не в наших силах лезть в бинарный код, лезть в бинарник ls и заменять там. У grep то же самое. Мы не можем заменить fd-шник, откуда он будет читать информацию, куда он будет ее выводить. Это нам поможет сделать dump2. Дело в том, что когда мы вызываем dump2, ну, условно, да, давайте я вот это скопирую и помещу куда-нибудь вот сюда. Я говорю, что новый фдшник. Давайте пока разберемся с ls. Вот такая запись, я сейчас буду ее объяснять. Дело в том, что если мы сделаем вот это в нашем родительском процессе, то или в дочернем, неважно, да, то есть если даже мы сделаем это в дочернем процессе, и из дочернего процесса вызовем execve, то вся вот эта штука, она сохранится. То есть, я надеюсь, понимаете, да, что я тут сделал. Я сказал программе, что теперь первый FD-шник, который у нас FD-шник номер один, указывай мне на FD-шник пайпа. То есть я подменил первый FD-шник на первый FD-шник пайпа. Теперь везде, куда бы я ни писал в первый FD-шник, эта информация будет попадать не в терминал, она будет попадать в файловый дескриптор пайпа. Ну, так называемую трубу, да, то есть о чем я и рисовал, попадает сверху, то есть информация будет складываться в pipe. Вот. Если я сделал вот такой вызов, это значит, что все, что я, как я уже сказал, ниже, будет писать в первый fd-шник pipe, в том числе и команды, которые я буду вызывать через execve. То есть в данном случае, если я ниже сразу пишу execve, я сейчас буду... всегда кодом писать, да, то есть bin, ls, там и что-то дальше есть. Раз, два, три. Какие-то аргументы, да, то есть это пока не важно.
После этого LS будет думать, что она пишет в первый FD-шник, но по факту такого не происходит. Первый FD-шник заменен. Вот. Это основная суть DAP2, это основная суть пайпа, основная суть работы с файловыми дескрипторами пайпа. То есть это нужно будет проделывать каждый раз. Теперь структура того, как у меня работает это все. Как у меня LS, то есть как записывает LS данные в пайп, я думаю, сейчас стало более-менее понятно. То есть, по сути, я просто, если встретил пайп, я говорю, окей, давай-ка я вызову функцию пайп, получу свои два нужных мне FD-шника и заменю первый FD-шник на FD-шник, на первый FD-шник пайпа. Вот. То есть, как LS прочитал в пайп, как LS записал в пайп, я думаю, сейчас стало понятно. Теперь как насчет того, как греб прочитать эту информацию. Но дело в том, что на самом деле у меня реализовано все просто. Если я встретил пайп, давайте я прям попробую опять же псевдокод написать. Если встретил пайп. Очень важно, да, сейчас понимать, что вот эта вот строчка у меня проверяет флаг. То есть где-то на этапе парсинга я уже встретил пайп, я уже вызвал функцию пайп, я уже получил два вот этих FD-шника и выставил флаг. Так, у меня не язык. Флаг равен 1. Ну, грубо говоря, да, то есть какой-то абстрактный флаг. Если встретил пайп, означает, что if флаг равен 1. Вот, что я делаю? Сейчас вот важно, да, понимать, помните о том, что я говорил, что все, что мы меняем в дочернем процессе, родительский процесс не скажется никаким образом. То же самое относится к файловым дескрипторам. Если я вызову вот эту функцию DAP2 в дочернем процессе, да, у меня FD-шник 1 заменится в дочернем процессе и как бы, ну, попортится, да, но в родительском процессе этого не произойдет. То есть в родительском процессе останется все то же самое. Поэтому логика моего баша такова, что я первый FD-шник буду всегда менять в дочернем процессе. Вот. А нужно понимать, да, что здесь я что делаю? Я говорю, что вызвать fork, да, я создаю дочерний процесс. Вот. И дальше я говорю, что если там pit, который, давайте вызвать, pit равно fork. Ну, вот таким образом. Говорю, что если pit равен нулю, это дочерний процесс. Да, то есть помните о том, что мы уже проходили, что мы смотрели. Pit равен нулю, это дочерний процесс. Если pit равен нулю, что я делаю? Я как раз-таки вызываю вот эту штуку. Я говорю, давай-ка мы заменим первый FD-шник оригинальный на FD-шник пайпа. Вот. Ну что дальше я сделаю? Я сделаю close. Я сделаю close с FD-шника нулевого. Да? Зачем? Как я потом из него прочитаю? Но он мне в дочернем процессе не нужен. То есть FD0 в дочернем процессе мне не нужен. Он мне ни к чему. Мне нужен только первый FD-шник, я имею дело только с ним. Вот. Ну, и дальше, соответственно, я выполню программу, я вызову execve условный, да, по-моему, неправильно написал, execve, опять же, с каким-то там binls, и у меня там какие-то еще аргументы, да, ну, то есть, неважно, опять же, это все должно как-то, наверное, обернуто, то есть, я не знаю, как вы будете это писать, но вот так. Вот, ну и в конце что? В конце я закрою FD1. Он мне уже тоже здесь не нужен в дочке. Вот. Что я сделаю в родителе? Вот в родителе, чтобы моя следующая команда смогла получить доступ к данным из пайпа, я заменю... давайте вот так, да, напишем. Если... Пит не совсем, конечно, хорошо, потому что я сейчас не хочу писать просто else. Вот так, да, то есть если пит не равен нулю. В родительском процессе я сделаю DAP2 FD-шника, внимание, нулевого.
на нулевой процесс, ой, на нулевой ФДшник. То есть в данном случае что произошло? Я говорю родителю, что нулевой ФДшник, ФДшник, откуда мы читаем информацию, теперь равен ФДшнику нулевому из пайпа. То есть я подменил нулевой ФДшник, основной терминальный ФДшник, на ФДшник пайпа. А для чего я это сделал? Для того, чтобы в следующей итерации, в следующем запуске программы греб читала уже не из терминального нулевого ФДшника, а из ФДшника пайпа. Вот. Если возник вопрос, а что делать дальше, да, то есть если все оставить так, то вот такая штука, да, там, я не знаю, давайте кат. Все сломается, да, потому что кат захочет читать из нулевого ФДшника терминального, а в родителе-то мы его поменяли. Вот, на самом деле, если такой вопрос возник, значит, понимание появилось, это хорошо. Сейчас объясню, что с этим делать. Вот, здесь по аналогии. Я делаю что? Я делаю dub2 ФДшника первого. О, не, сорян, close. ФД первого. Ну, по аналогии, по которой я здесь его закрывал, да, он мне не нужен больше. У меня, я работаю с нулевым ФДшником, ФДшник 1 мне здесь не нужен. Что я делаю дальше? Сейчас. Dub2, close FD1. Wait, конечно же, да. Я жду. Опять же, здесь должен быть какой-то аргумент. Я жду дочку. Да, то есть как раз вот тот момент, когда я говорю, что родитель практически всегда ждет. Но в данном случае он сделал какие-то две манипуляции, и дальше он ждет дочку. Вот. После этого я делаю dub. Я делаю close. Опс, извиняюсь. Я делаю close уже нулевого ФДшника. Потому что информация в него уже записана. Сейчас. Не так скажу. Информация в него уже записана. Ну, давайте, да, пусть будет пока так. Вот. То есть, по сути, вот это вот основной каркас работы с пайпами в моем шеле. Понятно, что он отвернут функциями, то есть здесь я не напрямую вызываю язык VE. Понятно, что наверху у меня тоже как бы не сразу вызов вот этой функции. Вот этой функции. Вот. Понятно, что здесь все как-то обернуто. Но в целом вот каркас пайпов выглядит вот так. То есть еще раз, что я сделал? Есть ls. Когда я получил ls, я его распарсил, получил аргумент ls. Я встретил pipe. Говорю, окей, раз я встретил pipe, мне нужно получить fd-шники pipe. Да? Я вызвал функцию. Функцию вот эту. Я ее вызвал, получил два fd-шника, куда-то их записал, да, опять же, какая-то структура условная. И, внимание, я брейкаюсь из парсинга. То есть на данном этапе у меня что остается? У меня остается одна... У меня остался один аргумент, да, в том, что я буду сейчас запускать, и у меня остался парсинг, в котором остался греб. Причем, ну, если прям совсем даваться подробности, фактически у меня осталась вот такая конструкция. Вот. Давайте вот здесь я... Ну, вот. Вот. Все, я встретил pipe, я вызвал функцию pipe, я сделал break, вышел. Попал сюда, то есть через какие-то там буквально тоже пару строчек, пару манипуляций я попал вот сюда. Здесь я говорю, что если у меня, если я встретил pipe в парсинге, мне нужно сделать fork для pipe, дапнуть ФДшник, заменить, чтобы ls записал мне в нужный, closeть нулевой, потому что он мне не нужен, выполнить и здесь сделать close, да, первого ФДшника, потому что он мне уже тоже не нужен, я в него уже записал информацию. Вот. То есть все. Это отработало в дочке. Но в родителе мне нужно заменить нулевой ФДшник, чтобы греб смог получить информацию оттуда. Опять же, я делаю dub нулевого ФДшника, подменяю нулевой ФДшник, жду дочку, выхожу. Опять захожу в парсинг. Здесь pipe. Ну, там так устроено, что pipe пропустится. Да, то есть получится в итоге вот такая штука. Упс. Сейчас, одну секунду. Все, я обработаю греб. Да, я обработаю греб, дойду до конца, скажу, ну все, один аргумент, окей. Ну вообще, да, по-хорошему, конечно, вы знаете, да, что у греба должен быть аргумент. Давайте туда что-нибудь передадим, я не знаю, мини.
какого-нибудь. Ну и растянем его. Да, то есть, окей, по-хорошему, я получу два аргумента, греб и мини. Я выхожу из парсинга, попадаю сюда. Если я встретил пайп, то есть встретил ли я пайп? Нет. То есть вот тут очень важно, да, сразу сейчас понять, что на грепе я пайпа уже никакого не встретил. У меня его здесь нет. То есть, видите, да, после грепа никакого пайпа нет. Соответственно, его я и не встретил. Я говорю, окей, раз я его не встретил, я сюда не зайду, я спущусь дальше, где у меня просто будет вызов вот этой вот команды. Ну, да, понятно, да, что здесь не bin os будет, а bin, по-моему, user bin. User bin grep. Вот, то есть у меня получится так, то, что вот это все, то есть вот в этот если у меня не зайдет программа, потому что флаг нулевой. Я где-то занулил после os, и все. Экзакуя. Самое вот тут, да, интересный момент. Откуда греб-то будет читать? Нужно помнить, держать в голове то, что на предыдущей итерации, на предыдущем запуске OS мы подменили нулевой FD-шник в родителе. Да, то есть мы сделали это в родителе. И, соответственно, этот нулевой FD-шник сохранил свое состояние на следующие программы. Вот. И поэтому... Именно поэтому мы ничего у грепа не меняем. У грепа уже все поменено в предыдущей программе. То есть предыдущая программа в плане пайпа все сделала за него. А грепу что остается сделать? Грепу остается только вернуть обратно все. Забыл сказать, да, что в самом где-то начале. Давайте это будет условно int main. Int main. Да, в самом начале мы должны будем что сделать? Мы должны будем сохранить темп 0FD, ну, условно, да, опять же, темп 0FD равняется дапу нулевого FD-шника. Да, то есть, и где-то мы вот этот темп 0FD держим. Она нам будет нужна именно вот здесь. То есть, почему? Потому что как только греб отработал свое, выполнил все свои задачи, нулевой FD-шник нужно вернуть на место. То есть все вернуть на родину, избавиться от пайпов и вернуть все на родину. Я опять делаю dub2, но в этот раз я как делаю? Я говорю, что теперь dub2, господи, dub2, новый FD-шник, да, мне нужно будет, значит, я пишу temp 0FD. Temp 0FD равняется 0. Кажется, так, если я не ошибаюсь. Да, да. То есть вот этой строчкой я возвращаю нулевой FD-шник на место. Как раз-таки по этой причине cat будет читать уже из настоящего нулевого FD-шника. То есть если у нас вот этой строчки не будет, да, если ее не будет, cat будет читать из FD-шника пайпа, но прочитать он из нее не сможет, потому что мы здесь закрыли FD-шники. Ошибка в bad-file descriptor будет. Если вы встречаете ошибку bad-file descriptor, это означает одно из двух. Либо вы где-то FD-шник закрыли, либо вы где-то его... Скорее всего, вы его 100% закрыли, вы, скорее всего, его не вернули на место. Вот. Это что касаемо того, как работают у меня пайпы. Ну и в самом начале я, помните, да, говорил, что независимо от того, один пайп или пять, у вас должно желательно отрабатывать одинаково. Давайте разберем такую ситуацию. Да? То есть понятно, что iOS... Как отработает OS, уже понятно. Как отработает греб? Давайте, да, чтобы было интереснее. Греб мини. Опять же, то есть греб мини в данном случае встретит пайп. Он скажет, окей, я встретил пайп. Мы опять вызываем функцию пайп. Да, опять заходим сюда, говорим, если встретили пайп, окей, заходим сюда, вызываем fork. Опять мы дапаем первый FD-шник. Да, то есть греб уже не будет писать информацию в первый FD-шник. Он будет писать информацию в новый пайп, вот в этот пайп. А вот читать он информацию будет из прошлого нулевого FD-шника, из прошлого нулевого пайпа. Он опять отработает в дочке. Здесь заменится нулевой FD-шник опять на новый. То есть, скажем так, старый, в данном случае старый нулевой FD-шник пайпа заменится на новый нулевой FD-шник пайпа. То есть вот, вот этот нулевой FD-шник заменится на вот этот нулевой FD-шник. Вот. И все пойдет то же самое. Опять же,
Все, ну и ВЦ проверит, есть ли после него пайп. Нет, если нет, он сюда даже не зайдет, он вызовет сам себя. Ну, как бы сюда подставится вызов функции. И вот тут уже, вот на этом моменте, он заменит нулевой фадресник на оригинальный. То есть, что это значит? Пока у вас есть пайпы, вам не нужно каждый раз думать о том, куда бы вернуть нулевой фадешник. Нулевой фадешник будет заменяться только, когда закончились пайпы. То есть, как только закончились пайпы, вы говорите, окей, а вот теперь мне нужно вернуть нулевой фадешник на родину, чтобы следующие мои команды не сломались. Вот. Это понятно или не совсем? Напишите, пожалуйста, кто остался, кто вот нас сейчас смотрит. Плюс есть. Окей, окей, понятно, спасибо. Супер, ну и что у нас остались редиректы? 50 на 50. Ну да, на самом деле, как бы, было бы круто, если бы были в жизни, я бы расписал на листочке. Это вот было бы круто. Но в любом случае, да, то есть пишите мне там, если кто с Москвы, кому было понятно, подходите, спрашивайте друг у друга. На самом деле, если стало понятно, то в целом редиректы объяснять не стоит. Ну, сейчас, не совсем правильно сказал, редиректы, по сути, работают почти так же. Просто если пайп у нас, мы работаем с двумя ФДшниками, да, то редирект — это один ФДшник. То есть редирект — это ФДшник либо нулевой, либо первый. То есть, что я имею в виду? Есть структура, да, она безымянная, потому что это псевдокод. Есть int fd1, есть int fd2. Бам. Упс, бам. Помним, да, что вот это функция пайпов. Что я в этой структуре делаю? Говорю, struct.fd1 равно... вот эта штука. Бам. Давайте от этого избавимся. Это мне нужно. Вот, так, сейчас. Struct fd0 равняется fd0. Да, то есть это то, как мы работаем с пайпами. Но прикол в том, что с редиректами, по сути, работаем так же. За исключением того, что если у нас редирект... Давайте возьмем в правую сторону, да, наверное. Мы делаем что? У нас есть не fd2, да, fd1. Если мы говорим, что fd равняется open file name. File name. Здесь, понятно, какие-то флаги, да, и здесь какие-то... Господи, как они называются? Права, права. И все, то есть помните, да, что это правый FD-шник, о, это правый редирект. Поэтому что нам нужно сделать? Правый редирект — это что? Это, сейчас хороший вопрос, это запись. Естественно, здесь мы пишем вот такую штуку. А здесь от этого избавляемся. Вот. Все, и по факту, это то же самое, просто работы, грубо говоря, в два раза меньше. То есть, ну, понятно, что в начале в начале парсинга вот эти значения должны быть равны оригинальным FD-шникам. Здесь я нехорошо, да, написал FD0, чтобы вас не путать. Вот, да. Вот, то есть понятно, что где-то в начале структуры вы каждый раз обнуляете эти FD-шники и говорите, что FD1 равен пока что реальному оригинальному одному, FD0 пока что реально равен оригинальному нулевому FD-шнику. Вот. И все. А потом в случае, если вы встретили пайп, вы замените оба фадешника. Если вы встретили редирект, замените только один фадешник. И по сути, как бы, можно написать программу так, что вот это все, да, это будет одинаково для пайпов, одинаково для редиректов. Вот. Это что касаемо пайпов. Я вижу, у нас осталось 7 минут. Мы сейчас закончим последней рубрикой «Советы от Соника». Вот. И в целом, вот насчет пайпов, давайте глянем, где у нас тут, что хотел сказать. Множество пайпов я сказал, подменять фдшники, зачем их нужно, я тоже рассказал, парсинг пайпов. Ну да, опять же, то есть выбирайте, кто как делает. Я знаю, что ребята, к примеру, делали, парсили там первую команду пайпа, вторую команду пайпа, выполняли все вместе. Наверное, это даже
Хорошо, по той причине, что bash, вероятнее всего, так и работает. Вот, но смотрите сами. То есть тут как бы все зависит от вас. Вот, я знаю, что там кто-то делает, к примеру, если четный пай, подменяй первый фудешник, если нечетный, подменяй нулевой фудешник. То есть какие-то вот такие вещи. То есть множество вариантов, но опять же, я для себя выбрал, для себя, мне кажется, самый простой, встретил пайп, говоришь, окей, вызываешь функцию, опять же, да, то есть еще раз, вызываешь функцию, выходишь в, устанавливаешь флаг, выходишь в этот цикл, все видишь, дапаешь, выполняешь, выходишь, идешь дальше. Вот, это что касаемо пайпов, это что касаемо редиректов. По факту они не совсем тяжелые. Вот. Теперь самая такая, не самая, но основная часть советы. В первую очередь я посоветую не сразу бросать, то есть не бросаться сразу писать код. Это очень круто, на самом деле, максимально оттягивает момент написания кода. Очень будет хорошо, если вы денька 2-3 посидите со своим тиммейтом, обдумаете, попишите, имеете листочки, да, то есть какие-то варианты, что так сделать, где сделать так. Заведете какой-то мейник, да, небольшой, само собой, где будете тестировать, а как вот это работает, как работает вот это, потому что иногда нагляднее увидеть гораздо лучше, чем почитать ман, да, посмотреть в интернете. То есть не бросайте сразу писать код. Не нужно садиться и думать, так, ну окей, вроде эхо, давай напишу парс под эхо. Потом только, ну окей, вроде есть кавычки, давай под кавычки. Вроде там это, давай добавлю. Не совсем хороший подход в том плане, потому что потом вы начинаете понимать, что, как сказать, одно может ложиться на другое, и оно будет вам мешать. Лучше продумать все сразу. Вот. И так в целом про любой проект, на самом деле, можно сказать, да, то есть не сразу писать код, посидеть, максимально разобрать дочку, максимально разобрать, дочерний процесс, я имею в виду, максимально разобрать пайпы, максимально разобрать билдыны, как они взаимодействуют, что они вообще делают, какие есть undefined, еще что-то. Вот. Это первое. Второе. Пункты идут не в порядке важности, да, я сразу хочу сказать. Пару слов о защите функций, используя системные вызовы. Это про то, что мы пишем там if malloc равно null, if malloc return null. Это как бы на самом деле это хорошо, наверное, да, но вопрос в том, что большинство пишет return null, а потом с этим ничего не делают, да, ну, то есть, а что на уровне выше, никому не важно. Я не защищаю функции системных вызовов, можете меня за это хейтить, да, Это мой выбор, да, если так можно сказать. Вот, но я что хотел сказать. Если вы все-таки защищаете malloc, то защищайте все системные, то защищайте все функции, которые используют системные вызовы. Здесь их куча. Fork использует системный вызов. Wait использует системный вызов. Execve использует системный вызов. Kill, dub2, все используют системный вызов. Поэтому если вы выбрали путь защищать функции, использующие системные вызовы, это malloc, защищайте их тоже. Вот, то есть как бы просто хорошо. Ну и да, очень важно, не просто return null, а, наверное, по-хорошему либо это как выше обработать, либо просто тупо выйти из программы с фатальным эррором. Вот. Бойтесь утечек памяти и FD-шников. Утечки памяти, я думаю, это понятно. То есть мы прошли куб, мы прошли printf. Это понятно. А что такое утечки FD-шников? Дело в том, что такое вообще файлы-дескрипторы, где они хранятся, да? У каждого процесса есть таблица. Таблица этих файловых дескрипторов. Если вы не закрываете файловые дескрипторы, они растут. То есть можно это наглядно посмотреть, написать кучу вызов пайпа, да, то есть ls. Вот. И посмотреть, как это, какие FD-шники будет возвращать пайп, функция пайп. То есть по факту, по-хорошему, чтобы они не росли. Точнее, даже не так, по факту, по-хорошему, они будут возвращать 5.6. То есть, ну, обычно это вот так, 5.6. Если FD-шники растут, это значит, что вы где-то не делаете close FD. Это плохо, потому что, по сути, я считаю то, что таблица файл-дескрипторов важна так же, как HIPA, да, так скажем, malloc, также важен как free память. Вот. Итеративный подход, 2 минуты у меня остается, да, итеративный подход к написанию программы. Что это значит? Все поэтапно. Написали часть кода, протестировали ее, проверили на утечке, все ок, идем дальше. Написали часть программы, протестировали ее, проверили на утечке, идем дальше. То есть не бросайтесь, не откладывайте все на потом, не говорите, я сделаю потом, я закончу потом.
итеративно. То есть протестите, посмотрите, порефакторите, все исправьте. Так, ну последние два пункта я, видимо, не успею. Вот. Так, ну что, мы, наверное, будем заканчивать, да? Да, да, думаю, да. Мы уже давно здесь, можем уже закругляться. Да, я останавливаю экран. Все, у нас остается вообще совсем мало времени. Спасибо всем, что были. Пишите мне тебе тоже спасибо большое. Да, не за что. Пишите мне в Slack, если будут какие-то вопросы, я с удовольствием помогу. Давайте, всем пока. Удачи. Пока-пока, спасибо.